Буду сравнивать два фонаря. Фонарь стандартный, поисково-спасательный, ФПС 4.6, образца еще советских времен. Вот с такой линзой, с лампочкой, с аккумулятором. Вес приблизительно где-то около 1,5 килограмм. И фонарь на светодиоде XML T6. Фирму не будем называть. Какая разница, в принципе, интересует сам светодиод. Фонарь с расфокусировкой луча. А ФПС, ну, только точка. Вот фонарь ФПС. А теперь фонарь на новом светодиоде. Так, вот тест с расфокусировкой луча. Вот это фонарь ФПС. Дистанция 30 метров. И давай этот самый. Вот расфокусированный луч на светодиоде. Ну-ка, сфокусируй на гараже. Ну, в общем-то, видно.